По итогам января Кустанайская область показывает рост всех экономических показателей. Особенно выделяются такие сферы, как легкая и обрабатывающая промышленности. Также рост отмечен в отрасли автомобилестроения и связанной с ней металлургии. Подробнее о том, сколько продукции произвел регион за месяц и какие сферы достигли наибольшего развития, расскажут мои коллеги. За первый месяц года предприятия области получили 187 миллиардов тенге прибыли. Основными направлениями промышленности региона продолжают оставаться пищевая и добывающая отрасли. Специалисты отмечают особый рост в сфере обрабатывающей промышленности. За январь он составил 5%. Причиной такого подъема стало развитие в области автомобилестроения и увеличение производства продуктов питания. Тем временем в горнодобывающей отрасли возник спад производства. Достигнут положительный рост. Но мы видим, что не все регионы области внесли соответствующий вклад в развитие, и не всеми отраслевыми управлениями используется соответствующий потенциал для развития. Мы видим, что по горнодобывающей отрасли по-прежнему проблемы существуют. Мы видим, как снижена добыча асбеста в январе месяце текущего года. Золотодобывающие руды по Варваринке тоже мы видим снижение. Еще не стабилизировалась ситуация по ССГПО. За прошедший месяц оборот в сфере торговли в регионе вырос на 1,4%. При этом объем розничных продаж увеличился на 2%. Основными направлениями в торговле остаются продажа продуктов питания, одежды и различной техники. В 2022 году оборот от продаж по области составил более 500 миллиардов тенге. В сфере торговли по итогам месяца отмечается рост на 1,4%, в том числе объем оптовой торговли вырос на 0,7%, розничный на 2,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение объемов розничной торговли отмечено в 7 регионах – Кустанайском, Жангильдинском, Карасузском, Миндагаринском, Бейнбета, Майлина, Наурзунском и Амангельдинском районах. Также в области отмечено снижение объемов сельскохозяйственного производства. Уменьшение количества выпускаемой продукции показали такие районы, как Алтынсаринский, Карасузский и Кустанайский. По словам специалистов, это сезонное явление, всегда наступающее после уборки. В зимний период производительность аграрного сектора традиционно снижается, количество сырья уменьшается. Объем розничного оборота снизился на 17,9%, ИФО составил 82,6%. Снижение произошло в связи с уменьшением объема реализации продукции ТОО «Орион». Данное предприятие находится у нас в Астане, зарегистрировано в Карасузском районе. Тут надо признать, мы упустили, не отрегулировано. Объем оптового оборота составил 3,4 миллиона тенге. В 2022 году составлял 435 миллионов тенге. За январь 2023 года в область был привлечен значительный поток инвестиций. Сумма вложений в экономику региона составила 35 миллиардов тенге. В основном материальную поддержку получают новые проекты с многолетней реализацией. Большая их часть сосредоточена в сфере сельского хозяйства и торговли, так как в нашем регионе это одни из самых перспективных направлений для ведения бизнеса. Дмитрий Мушта, Алжас Синжигитов, телеканал «Кустанай».